вернемся в 19 век за океан, значит, там вследствие чего-то обнаружилось, да, что вот Нью-Йорк должен получать либо 40, либо 41, а получает 42. Вот, и стали говорить, что это вообще не порядок, и вообще это похоже на нарушение Конституции, потому что Конституция написана пропорционально, да. Вот, но понятно, что совсем не получается, потому что округлять надо. Но когда еще и больше, чем на единицу меняется, это уже точно не соответствует Конституции. Вот, стали пересматривать. Значит, но первая идея была такая, что давайте здесь округлять вниз вверх. Да, соответственно, вот здесь вот. Будем округлять вниз вверх. Но ясно, что это просто полностью симметричное отражение в этой ситуации. Так что это правило просто рассматриваем. Да? Теперь же, если вот здесь мы округляем вниз вверх, то у нас изначально будет сумма 103, и мы на него будем убирать лишние мандаты, и они все будут убраны у самого большого штата. Вот, а у этих так и останется потом. Вот. Соответственно, округлять вверх это тоже плохо. Вот. Но тогда пришла гениальная мысль. Сказали, давайте округлять тогда, как полагается, соответственно, либо в общем, ближайшему целу. И это называется правило Вебстера. Значит, оно будет полностью аналогично, но просто event это функция округления. Round. Вот. Point делить на. Соответственно, если вот там, в том правиле D обязательно вниз, чтобы это растить, то здесь это уже как бы везет. Да? Если мы округление изначально получилось недостача, тогда нужно D изменять вниз. Если получился перебор, тогда нужно D изменять вверх. Вот. Значит, это правило довольно хорошее. Да? Соответственно, оно вполне приемлемо работала, и, в общем, от него отказались не по математическим причинам, а по политическим. Да, в общем, там в какой-то момент какой-то там очередной партии или очередному штату не понравилось, какое получается представительство там, двух штатов этому правилу, и они там заблокировали. То есть там, когда в очередной раз после очередной переписи решали, как нарезать, сколько дать, то там, несколько раз подряд просто на своем этом правил все вылезал, вот, а в какой-то момент, соответственно, кому понравилось, и стали пытаться что-то сделать, и вообще от этого правила отказались. И самое удивительное, что они потом вернулись, после того, как они отказались, они вернулись к тому, с чего мы начинали, правила Гамильтона, но все уже забыли, что мы с этого начинали, и там, соответственно, как бы заново предложили такое правило. Что тут какие-то наблюдатели куда-то менять, давайте вот так просто делать. Вот. Соответственно, вернулись к правилу Гамильтона. Ну, оно там уже чьи-то другие стало называться. И вот тут-то стало выясняться, что это правило такое хорошее. А именно, что оно подвержено определенным парадоксам.